Мягкое постоянство практики. К темной медитации, невербальному вопрошающему вниманию, удерживаемому на чувстве себя, нужно адаптироваться постепенно. Поэтому очень важно не пропускать ни одного дня, но сидеть в темноте и тишине понемногу, 15-20 минут, не считая предварительного успокоения ума. Как только вы заметили, что внимание упускает я ощущение и начинает блуждать или куда-то погружаться, впадать в измененное состояние сознания, медитацию следует прекратить. Впоследствии можно будет просто взбодриться, походить, умыться и повторить сеанс. Но это не обязательно. Достаточно сидеть по 15-20 минут, но каждый день без перерыва. Значение имеет не интенсивный рывок, а мягкое постоянство. Тише едешь, дальше будешь. Не жмите на газ, не жмите на тормоза. Езжайте плавно. Когда вы утвердитесь в «я» ощущении, вам будет легко удерживать вопрошающее внимание. Оно само будет стремиться к чувству себя. Решительно откажитесь от всех соблазнов впасть в измененное состояние и от всех глубоких погружений. Самым обычным, но алертным умом удерживайте внимание на «я» ощущении. Можете поначалу помогать себе вопросом, как я знаю, что я – это я. Не что я есть такой-то с таким-то именем и половой принадлежностью, а именно то, что я – это я. Как вы это знаете? Держите ум на этом. Со временем этот вопрос станет невербальным. Это просто способ, чтобы ваше «я» ощущение осталось в неприкрытом образами и представлениями виде. Но не форсируйте, иначе вы устанете и вообще бросите. Тогда зачем было и начинать? Днем вы, как обычно, наблюдаете за умом, в том смысле, что не спите, не сваливаетесь в провалы невнимательности, когда вас укутывает ментальная грёза, внутренний диалог. А вечером, прежде чем вы захотите спать, садитесь в темноте и тишине наедине с собой на 15-20 минут. Больше не надо, иначе это будет пустое сидение. Или, что еще хуже, завалитесь в какое-нибудь измененное состояние сознания. К любым изменениям в сознании нужно быть бдительным. И либо прекращать медитацию, либо, если есть бодрость, просто встряхнуться и походить. Не медитируйте на внутренний свет, на пространство, на безграничность, на ничто и прочие глупости. Удерживать нужно только «я» ощущение. На нем вы должны сосредоточиться и застопориться в самом обычном состоянии сознания. Постепенно, не форсируя и без пропусков. Я наблюдаю безмыслие, тишину и пустоту, задавая вопрос «Кто я?». Это правильно? Кто есть этот «я», который наблюдает безмыслие? Забудь про безмыслие. Это не настоящее безмыслие, а концепция безмыслия. Настоящее безмыслие не знает никакого безмыслия. Если безмыслие известно, то это уже не безмыслие, а концепция безмыслия. Удерживай вниманием чувство «я есть». Если сползешь в тишину, ищи, кто ее наблюдает, и возвращайся к осознаванию чувства себя. Атман – это атман, а не безмыслие. Оставь все концепции о тишине, безмыслии, и держись того, кто знает всю эту чепуху, потому что это может знать только эго. Атман знает только себя.
В реальности нет ни тишины, ни шума, ни речи, ни безмыслия, ни блаженства, ни страдания, ничего-либо еще. В реальности есть только Атман, ваше истинное Я. Никакого реального безмыслия не бывает. Поэтому ищи, откуда возникла концепция безмыслия, для кого она возникла. Это и есть эго. Атман не является даже ничем. Это для ума он ничто, а ум должен исчезнуть. Для Атмана есть только Атман, нерожденное знание себя. Но для ума это истинное знание равносильно незнанию. Поэтому ищи, для кого возникают все эти тишина, темнота, ничто и прочие умственные штучки. Все медитативные опыты – это ум. В уме сильные препятствия, постоянные сомнения в правильном понимании. С одной стороны, нужно не устранять непонимание, а искать понимающего. С другой стороны, проследите свое непонимание. Это чувство непонимания забирает внимание. Оно ощущается как давление, давящая мутность. Наверное, правильно не поддаваться этому чувству и не искать более ясных пониманий, а пережить это распятие, когда понимающий не кормится поиском пониманий, а сам ищется. Тогда ответ на все вопросы только один – найди спрашивающего и ищущего. Потому что теперь интеллекту нужно работать не на понимание, а на развлечение. Понимающий сам и является непониманием. В этом смысле необходимо проследить его до корней. Понимающий принимается за обособленное существо. А что есть обособленное существо, как непонимание? Это ложная идея, и ее нужно проследить до корней. При исследовании отпадает все, кроме последней заставы. Чувство «я есть». На этой заставе остановка. Дальше ум ничего не может сделать, только стоять часовым без движения. Не уснуть, не отвлечься по сторонам, а впериться вниманием в то последнее, что осталось, в «я». Кто есть «я» в чувстве знания «я есть»? Это не поиск ответа. Это способ, помогающий удерживать соскальзывающее внимание. Ваше давление – очередной вариант идеи «я еще не просветлен». Для кого существует непросветление? Развлечение – это понимание, доведенное до убеждения. Это автоматическое понимание. Все предварительные понимания – нужны были для того, чтобы избавиться от сомнений, сделать правильное воззрение убеждением. К последнему шагу вы приходите, когда уже ничего не можете сказать про себя, кроме «я есть». И вам остается только уединиться от второй части ума, которая считается реальными опытами. Сейчас речь не о закрывании врат восприятия, а о тех медитативных переживаниях, про которые вещают как про свет, блаженство, безмыслие. Это не внешнее уединение, а уединение от всех внутренних переживаний, потому что это ум. Практикующий говорит: «Там не было меня, там был свет, тьма, пространство подобность, блаженство, растворение, там ничего не было, кроме осознания». Но он не понимает, что это ум. Ничего этого нет в реальности. Все создано умом. Вы можете просидеть так сколько угодно, ум никуда не исчезнет. Вы должны знать, что препятствием являются не только размышления, но и ваши опыты внутри медитации,
потому что и они есть ум. Если вы этого не поняли, то будете бессмысленно сидеть десятилетиями в медитациях, и ничего не изменится. Все медитативные опыты – это ум. Для лучшего понимания рассмотрим схематично сверху вниз. Атман, Будхи, Эго, Манас. Все это вместе чит, сознание или ум. В темной медитации вы держитесь только за эго, чувство себя. Манас неподвижен, Будхи неподвижна. Есть только чувство себя, без ничего. Здесь эго исчезает. Что означает неподвижность Будхи? Это значит, что нет никаких опытов внутри медитации. Ни света, ни тишины, ни безмыслия, ни осознания. Ничего вообще. Будхи неподвижна. Эго исчезает. Остается саматман или чистая джняна. Для этого нужна темная медитация. С открытыми глазами Будхи подвижны. Психические явления продолжаются. А вам нужно узреть свое лицо до рождения. То есть, когда вы воспринимали не через психику. Мир с вашим телом в придачу. Это психические явления, активность психики. Можете ли вы остановить их с открытыми вратами восприятия? Они продолжаются даже с закрытыми. Эго должно остаться одно, без мыслей и без психических явлений, ни манаса, ни будхи. Оно должно исчезнуть сознательно. Это значит, что ум пробужден, но неподвижен. Нет никаких опытов. Как если бы вы заглянули в глубокий сон, где нет ничего, но есть чувство себя. Это состояние Сакида Кацуки называл второй категорией самадхи. Есть чувство себя, но нет опыта. В нем нет ничего вообще, кроме чувства себя, самосознания. Из такого состояния случается нирвикальпа, или абсолютная самадхи. В этом предшествующем нирвикальпе состоянии нужно вынянчивать себя в голове, без ничего чувствуя себя. Затем самосознание исчезает. В нирвикальпа самадхи нет ни самосознания, ни опытов. За ним следует сахаджа, то есть различие без разделенности, похожее на савикальпа самадхи, если кто-то уже имел этот опыт. На практике вы будете медленно пробираться к нирвикальпа. Вы будете долго сидеть с голым чувством себя, вынянчиваться в нем, как сказал Махарадж, пока не утихнут абсолютно все психические явления. А утихают они благодаря тому, что вы постоянно переводите внимание с воспринимаемого на воспринимающего. Кто свидетельствует безмыслие или блаженство? Свидетели свидетельствования – это ум. Но он начинается со свидетеля, которым является чувство себя. Поэтому им ум и закончится. Чувство себя уйдет последним, когда перестанут осознаваться все психические явления. Это происходит с вами каждую ночь. Но чувство себя успевает принять форму причинного тела, впасть в забытье. Поэтому эго не разоблачается. Вам нужно удерживать его осознавание, не дать ему уйти в забвение или в маналайю, фальшивое безмыслие. Когда вы приблизитесь к нирвикальпа в полном осознании, вы испытаете страх умирания. Затем последует нирвикальпа, который и есть чистая турийтита. Здесь вы узнаете свое лицо до рождения, вне психики. Психические явления будут продолжаться, дыхание, пульс и прочее, но они не будут осознаваться, потому что внимание зафиксировано на чувстве себя.
Ничто не должно осознаваться, кроме чувства себя. Ни блаженство, ни безмыслие, ни пространственность, ни ощущение себя духом. И такое бывает. Ищущие ошибочно принимают некоторые психические явления за нирвикальпа самадхи. А их может быть сколько угодно и какие угодно. Но нирвикальпа – это отсутствие викальп, психических явлений, воспринимаемых как переживаемый опыт. Вы можете увидеть различных божеств или живой свет, свои реинкарнации, туннель к светящемуся существу, священные мандалы, чистые земли, мир без форм, бесконечное пространство и прочие психические явления. Все это психические явления. Все явления Вселенной проистекают из психики. Тантрики описали около 3 миллионов миров и даже научились путешествовать по ним намеренно. Это не имеет отношения к нирвикальпе. Поэтому при возникновении любого психического явления, даже самого незначительного, вы переводите внимание на того, кто свидетельствует его, на чувство себя. Любое медитативное состояние, опыт, должно быть поводом развернуть внимание на чувство себя. Что бы вы ни засвидетельствовали в темной медитации, во внутреннем пространстве, вы переводите внимание на свидетеля, на чувство себя. Не ум, очередная концепция. Чтобы распознать свою природу, ум должен полностью исчезнуть, включая первичную концепцию «я есть». Но последнее убрать нельзя, убирающее остается. Поэтому убираются все, кроме последней, она же первая. Она исчезнет сама, как только уйдут все остальные концепции. Их нельзя уничтожить в буквальном смысле, но можно отвести от них внимание, удерживая его на первичной концепции. Весь наш разговор о темной медитации сводится к тому, как удерживать внимание на этой первой и последней концепции. Концепция – это не просто название, а сам опыт. Поэтому, когда вы говорите «я вижу темноту», в этом и чувство «я», и восприятие темноты, и «вижу» – концепции. Вот почему Рамана Махарши говорит, что в реальности нет никакого видения, восприятия. Есть бытие собой, или истинное «я», субъект. Но он не является чувством себя, которое возникает утром при пробуждении от глубокого сна. Все остальное, включая темноту, свет, безмыслие и мысли, видение, восприятие – это концепции. И они возможны только после появления первичной «я-концепции». До нее нет никакого света, темноты, мысли и безмыслия. Вообще ничего нет, кроме забытия первичной «я-концепции», ее латентного состояния. Эта первичная «я-концепция» должна быть разрушена, чтобы ум узнал истинного хозяина. Потом ум вернется, но в другом качестве. Это уже не ваша забота, это случится само. Ваша забота – удерживать внимание на этой первичной «я-концепции», которая является не просто словом, но вашим чувством себя. Удерживать так, чтобы при возникновении любых концепций, которые ум воспринимает как опыт света, темноты, холода, тепла, шума, тишины, вы сразу переводили внимание с переживания на того, кто переживает. Потому что он – концепция Ахамвритти, хотя переживается как чувство себя. В реальности ничего этого нет. Реальность – это ваше «я». Но это не чувство себя, а то, посредством чего вы знаете, что вы – это вы, или что вы есть. Поэтому вы не смотрите в чувство себя,
а удерживайте на нем внимание, чтобы ум не породил вторичные концепции, такие как свет, темнота, тишина, покой и так далее. А он именно это и будет делать. Поэтому при возникновении таких переживаний вы переводите внимание из переживаемого на переживающего, потому что это последняя застава ума. За чувством себя ума нет. При постоянной практике ум все больше погружается в «я». Но это не нужно понимать буквально. И вообще не нужно заботиться об этом. Нужно только удерживать внимание на первичной «я»-концепции, которая переживается как чувство себя. Это ахамвритти, начало и конец ума, начало и конец понимающего. Атману нечего понимать, потому что кроме него нет ничего. Поэтому сны видят не парабрахман, который есть ваше истинное «я», а брахман, который есть ум. Нисаргадатта Махарадж, независимо от того, что я говорю вам, это не истина, потому что вышло из «я есть». Истина вне выражения. «Я есть» или «чувствую себя» — это понимающий ум. Вне понимающего нет никакого понимания. В реальности нечего понимать. Ей можно только быть. Первичное проявление психики. Понятие знающего вводится для тех, кто утверждает, что у него в медитации нет чувства себя, а есть что-то другое – свет, безмыслие, блаженство. Спрашивается, если тебя там нет, кто знает тишину, безмыслие, блаженство, кто их свидетельствует? Это спрашивается для того, чтобы практикующий увидел, что он ошибается. Потому что свидетельствуемое не бывает без свидетеля. Эти концепции взаимосвязаны, и обе являются проявлениями одной и той же психики. Поэтому если есть свидетельствуемое – тишина, блаженство, безмыслие – то их свидетель тоже здесь. Нет никакой знающей личности, но есть идея обособленности меня от не меня, которая стихает в медитации, где нет не меня, но возобновляется, как только вы выходите из медитации и появляются все не я. Чем является идея обособленности? Что фактически обособлено и от чего? Или каких двоих подразумевает двойственность? Двойственность подразумевает воспринимающего и воспринимаемое. А чем фактически являются эти двое, воспринимающие и воспринимаемые? Оба они являются проявлениями одной и той же психики. Иллюзорная двойственность возникает, когда я воспринимающий, как первичное проявление психики, сама психика, отождествляет себя с телом, которое есть вторичное проявление той же самой психики. То есть психика отождествляет себя с частью самой же себя, а остальные свои проявления, мир, считает не собой, хотя объективный мир всецело является продуктом психики. Двойственность внутри самой себя, на пустом месте. Это не настоящая двойственность, а просто идея, как ложное проявление самой психики. Ум, явленный сам себе и зрящий собственные явления. Но ум не узнает своего лица, не узнает себя, принимая себя за свои проявления. А каково его истинное лицо, лицо психики или духа? После распознавания своего лица идея «я» и «не я» больше не работает, потому что больше нет «не я». Все «я», ни мира, ни личности, есть один сплошной дух, психия, превращающийся во все многообразие проявленного. Это и есть пробужденный ум, Будда. Как говорил Нисаргадатта Махарадж,
Несовершенный дух – это материя, а совершенная материя – это дух. Чтобы разоблачить эту иллюзию двойственности, и психика наконец-то узнала свое истинное лицо, должны временно прекратиться все ее проявления, включая первичные проявления психики, чувства себя. Но психика не может избавиться от своего первичного проявления, потому что само усилие по избавлению является ее проявлением, а значит, первичное проявление остается. Но если застопориться на первичном проявлении психики, чувствуя себя, то остальные проявления постепенно стихают. Вы ничего не ищете. Мы говорим, что познание и восприятие осуществляет мозг, но мы не имеем ни одной материальной частицы, из которой бы состоял этот мозг. Нейроны мозга делятся на молекулы, молекулы на атомы, атомы на субатомные частицы, переходящие в волну. Твердый мозг не твердый, а некий волновой рисунок. Но что образует волну? Мы делаем вычисления, как одни объекты воздействуют на другие, но никаких реальных объектов нет. Что взаимодействует и с чем? Возникающие понятия. Как сказал Лонгченпа, такое волшебство заслуживает восхищения. Чистое знание – это то, из чего состоит мир. Мир – это знать что-то, это виджняна. А что есть знание само по себе, без знания чего-либо? Знается одно, знается другое, знается третье, пятое, десятое, сплошной поток знания чего-либо. Оно не является ничем, правда? Если бы оно стало чем-то, то оно стало бы виджняной. Что же есть голая джняна? Попытайтесь представить. Вы не можете. Это и есть истинное «Я», Атман, Парабрахман, которое вы ищете в темной медитации. Поймите, что вы ищете, и не рассчитывайте что-то узреть. Речь идет не о уме или об отсутствии знания чего-либо. Абсолютная самадхи, в котором одном только и распознается наша безначальная природа, это отсутствие знания чего-либо. Только такое знание истинно, потому что оно соответствует реальности. Это в прямом смысле источник всех знаний. Но вам нужны не определения, а понимание того состояния, которого вы должны достичь в темной медитации. Слово «состояние» поставлено в кавычки, потому что оно не является ничем. Нети-нети, или неопределенность, это не туманное облако, не пространственная подобность, не блаженство и не покой. Нети-нети – это знание, когда оно еще ничем не стало, знание на старте. Это состояние источника знаний, когда оттуда еще ничего не вышло. Поэтому иногда его называют неумом или местом ничего не знания. Этот голый источник знания – ваша безначальная природа. И это досостояние можно пережить на границе сознательного и бессознательного. Но вы не должны представлять себе ни границу, ни что-либо еще. Никаких понятий, ничего знаемого. Потому что это до возникновения знания «Я есть», которое является корнем от древа познания. Вы познаете не реальный мир, а древо познания. Поэтому вы просто держитесь этого первичного знания «Я есть» или «Я ощущение», которое является первым вздрагиванием источника. Источник вздрогнул и сбросил семя «Я есть», из которого выросло древо познания. Первое, во что превращается источник знания, в знание «Я есть». Дальнейшая его активность не является ничем материальным, но тоже знанием. Это чистое знание, без следа материи. Поэтому ум сам и есть атман.
Источник знания и разнообразие знания не являются двумя. Практикующие хотят навсегда остановить поток познания. Это значит, они хотят заморозить источник, чтобы оттуда больше ничего не выходило. Но это ниргуна. Разве вам нужна вечная ниргуна? Вам нужно совсем другое, а именно распознавание лица реальности, того, что она не является материей, но чистым знанием, в которое превращается источник знаний. Вся Вселенная, как сказал Нисаргадатта Махарадж, лишь малая часть вашей безграничной способности превращаться. Потому что Вселенная – это чистое знание о ней, а вы – безграничный источник знаний. Вам не нужно пытаться представлять Вселенную в виде чистого знания без следа материальности. Вам нужно только избавиться от чувства обособленности. И тогда и так будет очевидно, что материя – это дух, что это не два, что Шива и есть Шакти. Из абсолютного самадхи материя выходит духом. В темной медитации вы ничего не ищете, потому что источник знания ничем не является. Когда Рамана Махарши говорит, что вы должны найти источник Е-мысли и утвердиться в нем, это не значит, что вы буквально должны что-то найти, некий источник. Это значит, что вы входите в состояние, предшествующее знанию Е-есть, а значит и всему остальному знанию, будь то блаженство, покой, пустота и прочие знания. Знание «Я есть» – это последний рубеж знаемого. Дальше – сам источник знания – найти-найти. Это не знание чего-то, а знание как таковое, знание само по себе. Вы не можете отбросить знание «Я есть» актом воли, потому что отбрасывающий «Я» остается. Но вы можете сделать его неподвижным, если будете держаться только его одного в темной медитации. «Держитесь я-я», — сказал Рамана Махарши, — «или просто повторяйте я-я», удерживая знание только одного «я», без знания чего-либо еще. Не расширяйте знание ни на что другое. Наоборот, оно должно сузиться до «я», чтобы больше ничего не было известно. Вы не сможете представить себе знание как таковое, а не знание чего-либо, потому что выразить и представить можно только что-то. А вам нужно именно туда, потому что это источник всего знания и ваша истинная безначальная природа. Это вы сами, как вы есть в реальности. Источник всего знания. Субстанции Вселенной. Знание как таковое – это Алайя, а знание чего-то – это Алайя Виджняна. Но это не два, это превращение Алайи в Алайя Виджняну. Вы привыкли отождествлять бытие со знанием чего-либо, поэтому отсутствие такого знания вы считаете небытием. Но это ваше абсолютное бытие, который не имеет ни начала, ни конца. Это не состояние глубокого сна, это бодрственный глубокий сон. Войдите в него, и вы прекратите бояться смерти навсегда. Без этого избавиться от страха нельзя. Это знание как таковое. Ни время, ни пространство, ни мерность, никакие понятия не применимы к нему. Его называют уникальным бинду, но это не значит, что нужно порождать образ некоего бинду. Это просто способ сказать, что оно есть, но это не является ничем вообще, поэтому оно даже вне понятия есть. Это истинная реальность, но она в нигде и в никогда. Она творит все где и когда, но сама она в нигде и в никогда. Поэтому и все сотворенное в нигде и в никогда. Вселенная находится в нигде и в никогда.
и вы являетесь этим. Вся Вселенная – это дитя бесплодной матери. Это как мираж в пустыне. Это феномены сознания, а не объекты материи. Вот почему в реальности ничего не происходит. И вот почему Рамана Махарши говорит: «Нет ни творения, ни разрушения, ни судьбы, ни свободы воли, ни пути, ни достижения». Это окончательная истина.